хотя туча так и не улетела, пасмурная погода совсем не испортила атмосферу праздника. Зажигательная музыка и звонкий детский смех нарушили в этот день резко наступившую осеннюю тишину города. У кинотеатра «Искра» развернулось настоящее веселье, основными гостями которого стали видновчане. Когда мы придумывали наш праздник, мы хотели затронуть все сферы общества и все население от молодежи до более старшего поколения, чтобы было как интересно, так и весело и задорно. Получилось действительно задорно и весело, и главное, было интересно для всех поколений. Малышей различными конкурсами и играми развлекал клоун Алекс. Для спортивных видновчан были организованы веселые старты и комический футбол на поляне. А на специальном полотне любой мог оставить свое пожелание или признание в любви родной улице или просто поделиться хорошим настроением. Очень классное мероприятие. Не кусает, весело. Что нам еще надо? Замок! Мы пришли. Вот несколько человек от ветеранов войны, узники фашистских лагерей. И вот увидели мы ваш праздник. Детей становится все больше и больше. Детей так хорошо развлекают и играют с ними. И призы вручают. И так они просто все в восторге. Всех с праздником, единство улиц. Дочь, помаши. Многие узнали про день единства улиц совершенно случайно, как, например, Соня, которая вместе с подругами, услышав звуки музыки, решила узнать, что происходит у кинотеатра. Я не знала, что тут будет конкурс, мы просто так пришли, увидели, и так хорошо, что концерт тут делали. И можно в конкурсах поучаствовать. А маленькая Кира, наоборот, заранее знала о празднике, так как очень любит танцевать. Мне нравится праздник, потому что тут веселая музыка, тут столько всего интересного. Ну, тут можно повеселиться. Я хочу, чтобы на моей улице не было мусора, было красиво, хорошо пахло. Как из каждой семьи складывается общество, так и из улиц образуются города. Праздник единства улиц – это общение с соседями, новые знакомства и открытие талантов. Если взять первый праздник, который мы с вами провели в 6-м микрорайоне, где у нас ТСМ «Завидное» был организатором, то и ТСМ «Молоково», и «Старый город» – все они пришли, чтобы поддержать своих коллег. И это замечательно, потому что мы получаем не только единство улиц, мы получаем единство наших поселений и, следовательно, вот единство Ленинского района, Видновского края. На мероприятии активным участникам Совета молодежи были вручены почетные грамоты. Праздник завершился концертом местных артистов и дискотекой. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.